Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы приготовим очень быстрый рецепт обычных чипсов. Для этого нам потребуется 1-2 лаваша. У нас здесь есть 3 лаваша. Дальше обычный целлофановый пакет. Дальше паприка, либо другие какие-либо приправы, которые вы любите. Соль, перец и масло растительное. Так, для этого нам нужно будет порезать наш лаваш кухонными ножницами на кусочки, которыми вы хотите, чтобы были ваши чипсы. Они, кстати, получатся такие же, как настоящие. Но более-менее, по крайней мере, не столько усилителей вкуса. Мы будем делать с паприкой, не для детей. Если вы хотите делать для детей, то, соответственно, вы можете просто добавить те приправы, которые любят ваши детки. К примеру, можно для детей, когда мы делаем просто соль, добавляем и все. Так, сейчас мы просто нарезаем лаваш. Нарезаем его квадратиками. Сейчас мы нарежем и покажем вам, что делать дальше. Все, дорогие мои, мы порезали 1,5 лаваша, чтобы вам просто показать для примера. 1,5 оставили. 1,5 мы сделаем для взрослых лаваша, 1,5 лаваша мы сделаем для детей. Так, теперь берем наш целлофановый пакет и закладываем наш резанный лаваш. Так, все, мы заклали его. Теперь ложим немножко соли, солим. Перчим. Все это делаем мы в пакетике. Перчим и добавляем немножко паприки. Паприки примерно вот так. Ну, смотрите на сами на вкус, потом уже приноровитесь, потому что все зависит от количества паприка. Это дает копченость. Засыпаем. И теперь берем растительное масло. Масло любое, хотите оливковое, но именно чтобы без запаха было. Не экстра вижен, потому что экстра вижен, оно дает запах. 2 ложечки чайных нам достаточно масла. Все, теперь берем вот так пакетик, закручиваем его и трясем, чтобы наше перемешалось все. При необходимости добавим еще подсолнечного масла. Нам нужно, чтобы наши чипсы будущие пропитались. Еще добавим немножко масла растительного. Вот, смотрите, они вот уже начали подпитываться подсолнечным маслом. Еще добавим немножко. Еще ложечки 2 чайных. Сразу все масло не наливайте, чтобы оно не осело на пакете. А так по чуть-чуть мешаете и добавляете. Все, опять закручиваем наш пакетик. Все, сейчас мы тщательно перемешаем и ложим, соответственно, на противень. Плиту заранее разогреваем на 220 градусов и будем жарить, будете смотреть по мере готовности. Примерно будет 7, максимум 10 минут. Все. Вот мы тщательно перемешаем. Сейчас ждем, когда наша плита разогреется. И отправим в духовку на 7-10 минут. Ну, смотрим уже по мере готовности. Они быстро жарятся. Все, мы пожарили. Сейчас они немножко еще остынут. Мы пересыпали уже в мисочку. Вот. Слышите, они вот уже такие прям легкие, классные. Здесь мы добавили вот с паприкой, вот они. Они уже вот так хрустят классно. То есть их уже можно кушать. Сейчас немножко еще подостынут, но они уже вот такие легкие. Здесь с паприкой. А здесь мы сделали ребенку просто солью. Тоже вот смотрите. Прям классно. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Вот эти, которые с солью, просто для детей, мы пожарили на сковородке, пока у нас готовились вот эти с паприкой. Потому что с паприкой для ребенка немножко будет островато, а это просто с солью. Можете также добавить сушеный чеснок, для, если вы любите, допустим, укроп, любые прованские травы, итальянские есть травы, кавказские. Все, как вы любите. Все, всем пока.